Логопед – это который нам помогает выговаривать «р», «м», «л». Он смотрит, как у него это все, и исправляет. Помогает ставить язычок на место. Логопед, он помогает выговаривать букву «ф», «л», «е». Логопед учит, чтобы язык правильно стоял. Вот если хочет человек сказать «дайте мне килограмм рыбы», то ему дают килограмм рыбы, потому что он не выговаривает букву «р». Это такой врач, который дает ложечки в рот. Логопед – это хорошие люди, им можно доверять.